Я Борис Галузин, и это установка 60-зубовой звезды на мотоцикл. При замене звезды рекомендуется менять весь комплект. Снятие старого комплекта начинается с откручивания передней звезды. Для этого необходимо снять кожух. Чтобы открутить фиксационную гайку, надо разжать стопорную шайбу. В резьбу желательно брызнуть смазку, так как сорвать гайку очень сложно. Для откручивания необходимо заблокировать заднее колесо тормозом или сделать как в предыдущем видео. Теперь можно срезать цепь. Чтобы разомкнуть звено, надо срезать шляпку пина и выдавить его с помощью специнструмента. Специнструмент значительно экономит время и силы при замене цепи. Пин легко выдавливается толкателем. Далее старые звезды меняются на новые. Передняя звезда устанавливается без затяжки. Для замены задней звезды необходимо снять колесо. Чтобы не слезать гайки, используйте головку, а не накидной ключ. Вот в чем секрет езды на заднем колесе. Гайки крепления задней звезды затягиваются постепенно, по правилу двух треугольников. Окончательная затяжка осуществляется с усилием 59 ньютонометров. Перед установкой колеса 60-зубовой звездой необходимо снять кожух. Также требуется срезать выпирающее крепление. При установке колеса разожмите колодки на суппорте, чтобы между ними легко проходил тормозной диск. После того, как заднее колесо установлено, накидывается цепь.
фронтрайдинге используются комплекты под 520-ю цепь. Для точного определения длины цепи выставляется минимальное значение натяжения с обеих сторон. Если цепь сомкнулась на разных звеньях, то добавляется еще одно звено. Полный диапазон регулировки натяжения позволяет это сделать. Лишние звенья снимаются выдавливанием пина, как я делал это ранее. Смыкается цепь замком, который идет в комплекте. При его сборке необходимо надеть сальники и смазать пины. Пластины замка смыкаются специнструментом. Чтобы не перетянуть, делать это надо за несколько подходов, проверяя толщину звена. По мануалу для 520-й цепи она должна быть от 17,4 до 17,6 мм. Далее пины надо расклепать с помощью специнструмента. Диаметр расклепанной головки пина должен быть от 5,6 до 6 мм. После того, как замок собран, можно затягивать гайку передней звезды. Для этого необходимо заблокировать заднее колесо. Гайка затягивается с усилием 125 ньютона-метров. После затяжки ее необходимо зафиксировать. Далее устанавливается защитный кожух. Перед затяжкой заднего колеса нужно отрегулировать натяжение цепи. Свободный ход замеряется посередине между осями звезд. Он должен быть около 25 мм. В данном случае цепь нужно подтянуть. Для этого необходимо сместить ось заднего колеса назад, ориентируясь по рискам. Ось смещается вращением регулировочных болтов. Важно контролировать положение оси с обеих сторон, чтобы оно было симметричным. Перед замером свободного хода колесо необходимо плотно притянуть к регулировочным болтам. Я немного перетянул, нужно ослабить. Теперь свободный ход составляет 25 мм. Перед затяжкой оси проверьте симметричность меток с обеих сторон маятника. Регулировочные болты фиксируются контргайкой. Ось колеса затягивается с усилием 127 ньютона-метров. Это была установка звезд. Подробную статью читайте на Stantex.ru, а чтобы смотреть следующее видео первым, подписывайтесь на канал.